Приветствую вас. Я думаю, что ключевой проблемой является то, что вы называете мужчину своим. Это прям, мне кажется, такая беда-беда. Потому что вашего мужчины нет. От слова совсем. Нет такого вот, да, чтобы человек был чьим-то, да, чтобы он был, чтобы он был, принадлежащим кому-либо, вот. И вы воспринимаете его как своего, а это очень, вообще говоря, мешает. Очень сильно мешает, вот, мешает, потому что, простите, вы считаете человека своим, а он ведет себя совершенно не так, как будто он ваш, и вы считаете человека своим, а он делает что-то по-своему, и это, конечно, вас беспокоит, это, конечно, вас тревожит достаточно сильно, вас тревожит, вам это не нравится, и как это так, мужчина мой, а позволяет себе там делать какие-то вещи, которые, совершенно делать не должен. Вот. И, в общем-то, наверное, вот как-то как-то с этого, наверное, имеет смысл начать, вот, и сказать, а вы, собственно, почему мужчину, да, вот, своего мужчину, да, почему вы считаете своим? То есть он не ваш, он вашим никогда не был и не будет, вот, лучше бы вам этот момент, на мой взгляд, принять, вот, лучше бы вам принять этот момент, что мужчина вашим не будет, вот, это первое. Второе. Вам почему-то нужны слова. Так вам почему-то нужны именно вот определенные слова с его стороны. Вот. И на мой взгляд, да, нужно поисследовать, почему вам нужны именно определенные слова. Зачем? Зачем? Для чего? Что вам это даст? Вот. Есть ощущение, что вы вот как-то не уверены в себе. Это первое. Это такой момент. Следующий момент, который хочу донести до вас, да, следующий момент. Следующий момент заключается в том,
Что? Значит, вы с ним не говорили об этом. Вот об этом, о том, что произошло. Что происходит, точнее. Вы с ним об этом не говорили. Вот. А поговорить об этом как минимум нужно. Потому что вас, очевидно, это беспокоит. И ведь нет ничего плохого в том, чтобы вы обсудите с ними этот момент и, ну, спросите у него, вот, почему так, а почему ты не называешь меня так вот, как я хочу, например. Ну, это абсолютно нормально. Если вы с ним поговорите на эту тему. Вот. Может быть, у него просто другой набор слов и так далее. Вот. Вообще слова не так важны, как важны эмоции, но в вашем случае, я полагаю, это вызывает какой-то страх. Какую-то неудовлетворенность. Это вызывает. Вот. И, соответственно, на эту тему нужно тоже побеседовать, да, эту тему тоже желательно поисследовать. Вот. Такая вот история. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы от человека хотите определенных слов, без которых вы чувствуете себя некомфортно. Ну вот, просто сами вот подумайте, да, подумайте, как это звучит. Подумайте, чего вы хотите все-таки. Что вы хотите все-таки. Просто подумайте об этом. Я надеюсь, я очень на это надеюсь, что вы для себя это разберете. Либо сами, либо с помощью психолога. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.